Бадай, галоўная ўвага падчас выязнага пасяджэння ўзаемадзеянню органаў мясцовага кіравання і самакіравання з установамі адукацыі ў сельскай мясцовасці. Не тое, каб тут былі вельмі ўжо значныя праблемы, але свае асаблівасці ўсё ж такі ёсць, пачынаючы ад больш шырокіх у параўнанні з горадам магчымасцяў далучэння навучэнцаў да грамадска-карысных справ. У тым жа Петраўскім раёне школьнікі і сельскагаспадарчым прадпрыемствам дапамагаюць і ляснымі пасадкамі займаюцца, і з сельсаветамі супрацоўнічаюць. Чаще совместно с педагогами оказывают помощь сельским исполнительным комитетам по наведению порядка на памятниках, благоустройство центральных улиц, поливу цветочных клумб. Аграгарадок Ляскавічы на Гомчыне вядомы, напэўна, усім, перш за ўсё сваёй непаўторнай прыгажосцю. Хоць вучыцца тут можна не толькі тэхналогіям навядзення парадку. У мясцовым дзіцячым садзе зараз рэалізуецца праект па арганізацыі прадметна-развіваючага асяроддзя. На практыцы гэта значыць, што для выхаванцаў ствараюцца ўмовы для усебаковага развіцця і далучэння іх да карысных справ, пачынаючы ад адаптыраванага пад узрост дзяцей своеасаблівага даследчага цэнтра да так званага вертыкальнага агарода. Гэта вельмі незвычайны агарод, таксама, дарэчы, эксперыментальны. Тут бульба расце ў мехах, автоматов корани находится сверху. Мета поравнать, насколько такие технологии лепш за традиционные. Одна из особливостей системы эдукации Петраковского района в сельской местности. Тут ведется активная работа по притягнению навученцев до занятков туризмом, историю и культуру родного краю, местовые звычаи и традиции, природные и архитектурные славутости выучаются про суде у походах и экскурсиях. Еще одна махчимость – долучение до житевых каштовностей в супрацовничество с церквой. Мы не задействуем детей как накручивание какой-то так, чтобы идите в храм, кайтесь и на этом все. Нет. История культуры, архитектуры нашего района и нашей области. И все ж таки назвать ситуацию у сельских школ беспроблемной покуль нельга. После обовязковой отпрацовки у Петраковском районе застоится всего около 40% молодых специалистов. У городе, до речи, эта лишь бы наполову больше. Для того, как замысловать наставнику, распространены целый шерох мер по заохвочиванию. От предоставления жилых помешканий и выделения штомесячной материальной допомоги до оказания соденечения у утримания льготных кредитов. Але становчий эффект отремливается не завсёды. Депутаты перкананы, необходимо больше активно заключать с выпускниками мясцовых школ договоры об мэтовой падрыхтоўцы. Акцент необходимо сделать на то, чтобы все-таки из тех населенных пунктов выпускники шли по целевым направлениям на обучение. Это залог того, что они смогут остаться в последующем для работы в тех учебных заведениях, в которые они будут направлены после окончания вузов и средних специальных учебных заведений. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Петраковского района.